Мне 20 лет. Моя жизнь продвигалась нормально до того момента, как я узнал о том, что я ВИЧ-позитивный. Я решил рассказать о своей проблеме любимой девушке, и она решила меня бросить. Я ушел в длительную депрессию. Узнав о том, что я болен, мои друзья тоже бросили меня. Я остался один, и мне незачем больше жить. Никогда не оставляйте своих друзей в беде.